15 октября отмечают в этом году свой профессиональный праздник работники дорожного хозяйства. Без их труда уже невозможно представить современную жизнь. И это касается не только комфорта и скорости передвижения, но и в целом экономического развития страны. В Раменском округе дорожное ремонтно-строительное управление – одно из самых крупных и стабильно работающих предприятий. Оно росло и развивалось вместе с самим городом, а в этом году отмечает крупный юбилей – 65 лет. Поздравить руководство и сотрудников ДРСУ приехал первый заместитель главы Раменского городского округа Юрий Бородин. Вместе с директором предприятия Валерием Воловым он осмотрел автопарк и уточнил график и условия работы специалистов. Так, у нас где-то более 120 единиц техники. И самосвалы, и спецэкспедиции. Раменское ДРСУ было создано в 1958 году, и ключевую роль в его развитии сыграл первый руководитель предприятия Михаил Васильевич Волов. При нем был положен первый в городе асфальт. Были основаны профессиональные традиции, которые позволили коллективу сделать важнейшие дорожные объекты округа. Среди них и путепроводы через железную дорогу на станциях Фабричная и Есенинская, и велотрасса вдоль Борисоглебского озера. Об этом накануне праздника с гордостью говорил нынешний директор ДРСУ Валерий Волов. Одно из самых главных достижений, конечно, наше такое, результат, не достижение, результат работы, это Северное шоссе. Сейчас трудно представить, что устроенная широкополосная магистраль, можно сказать, по которой резво бегут машины, там было болото, непроходимое болото, в общем-то. И вот наша организация эту работу осилила. Сейчас это объездная дорога, которая разгрузила центр. Поздравляя коллектив ДРСУ, Юрий Бородин отметил, насколько важную роль играет предприятие в жизни Раменского округа, сколько терпения и труда вложено работниками в строительство и обслуживание уличной дорожной сети, которая является самой протяженной в Московской области. Вы знаете, мы с вами единомышленники. От вас зависит то, как относятся к нам жители Раменского. Чистота на дорогах, чистота на остановках, вовремя убранный снег. Это все создает позитивное, хорошее настроение у людей. Огромное вам за это человеческое спасибо. В честь юбилея предприятия и в связи с профессиональным праздником Юрий Бородин вручил лучшим сотрудникам Раменского ДРСУ памятные награды и пожелал крепкого здоровья, профессиональных успехов и отсутствия сюрпризов со стороны погоды. Екатерина Бобровская, Сергей Григорьев и Андрей Пластунов, Раменское телевидение.